Писатель и блогер Дмитрий Пучков предложил конфисковать российское имущество музыканта Бориса Гребенщикова. Он назвал певца врагом. Пучков вспомнил, как Гребенщиков выступал в Берлине. Тогда музыкант заявил, что вырученные средства направит в поддержку Украины. «Значит, Гребенщиков, твои пластинки и песни здесь продаваться больше не будут, это раз. Недвижимость конфискуется в пользу государства, это два. Ты – враг. С такими надо поступать так», – высказался писатель в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Кроме этого, он задался вопросом, на что полагаются деятели культуры, которые покинули Россию. Блогер подытожил, что популярными они были только на родине.